секс по обиде, Орбакайте мстит матери, в постели с Галкиным. Старшая дочь Пугачевой довольно прохладно относится к семье своей мамы. Российская певица Кристина Орбакайте никогда не скрывала своих недостаточно теплых отношений со звездной мамой Аллой Пугачевой. Многие считают, что даже своих маленьких сводных брата и сестру она терпит с трудом. Поклонники не единожды замечали, что Кристина не ставит лайки на публикациях в Инстаграм, которые посвящены Лизе и Гарри, младшим совместным детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Психологи утверждают, что все дело в ревности, которую испытывает Орбакайте. Эксперты считают, что Кристина, несмотря на то, что ей уже за 40, по-прежнему хочет оставаться маменькой дочкой, первой и единственной. При этом у Пугачевой не только двое детей младшей внучки, да еще и молодой муж. На одном из недавних видео, как заметили эксперты и поклонники, Орбакайте презрительно смотрит на младших сестру и брата. Она даже не старается скрыть высокомерную ухмылку. При этом в начале романа российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина старшая дочь Примадонны не воспринимала избранника всерьез. Она презрительно называла его Максим Алкин, на что он пародировал «Наша взрослая дочь шутит». «Я не считаю его своим отчимом. Во-первых, он моложе меня на 5 лет. А во-вторых, сильно долго в нашей семье все решала мама», призналась Кристина в одном из интервью. Однако, она смогла принять Галкина в семью, когда увидела его трепетное отношение к Алле Борисовне. А вот с мамой у нее так и остались прохладные взаимоотношения, ведь ее не было в детстве Орбакайте. Психологи считают, что Кристина может в осознанном возрасте мстить своей матери. Если между ними и есть яд, то это скорее секс по обиде. Причем обижается не только Кристина, но и сам Галкин, который перестал сам себя уважать за то, что стал игрушкой пожилой супруги, утверждают эксперты.